Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, уважаемых работников агропромышленного комплекса, ветеранов и передовиков отрасли. С профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Этот праздник очень важен для нашей республики, так как сельское хозяйство наряду с промышленностью и туризмом является ключевой отраслью экономики, определяющей уклад жизни и уровень благосостояния селян. Благодаря их трудолюбию мы видим постоянный рост производительности, улучшение качества продукции и развитие новых технологий в отрасли. Карачаево-Черкесия вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, решение задачи с импортозамещением. Радует, что в агропромышленном комплексе Карачаево-Черкесии активно реализуются новые инвестиционные проекты в сфере садоводства, животноводства, производства овощей. Открываются высокотехнологичные предприятия, создаются новые рабочие места, что очень важно для улучшения социального самочувствия жителей сельской местности. Дорогие наши труженики, желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех ваших начинаниях. Ваш труд очень важен для нашей республики и России в целом.